Всем привет, ребята! Это мое первое видео по Among Us. Я только сегодня начал играть в эту игру. Ну, я, конечно, с ней знакомился, но не понимал, как в нее играть. Сейчас я буду искать комнату, в которую можно зайти. Вот, например, вот это вот. Вот, 10 из 10. Надеюсь, сейчас никто не уйдет и не разрушит наш отчет. Итак, начинаем. Итак, поехали. Так, пока что здесь заданий нету. Так, ребят, извините за посторонние звуки. Так. Я иду к указанному месту. Нет, почему-то ничего не происходит. Ну ладно. Так. Дальше ничего здесь нету. Ну, вы не судите строго, как я вообще играю. Я просто здесь еще с джойстиком пока что не очень разобрался. Поэтому... Так, я сейчас буду ждать, пока... Так, открыли. Так. Здесь тоже проход закрыт. А кто у нас этот? Так, ну здесь ничего у нас нету. А, кстати, так и не... Нет, не узнал, что будет. Так, что это такое? Какой-то сейчас звук был. Так. Наверное, ничего не будет, если меня заметят вот эти вот блики. А, меня убили, кажется. Или что со мной сделали? Так, ну меня, кажется, убили. Наверное, да. Но так как здесь все на английском, я не очень как-то понимаю. Ну, когда тебя убили, какой кто предатель. Если кто-то знает, как, конечно, в эту игру еще чуть получше играть, то тогда напишите в комментариях. Так, ну, сейчас здесь голосование идет. Не, ну это, конечно, игра прикольная. Мне понравилось. Так, еще ужас, какие пишут слова там. Поэтому я не буду вам показывать чат. Один человек не проголосовал. Это вот этот не понимаю, что это за ник. Хакер, наверное. Так, все за оранжевого проголосовали. Да, как раз оранжевый и ушел из нашей игры. А что с ними надо делать? Их, наверное, надо вот... А, все, я понял. Ай, штучка. Забаговалась. Так, все. Task completed. Скомплетед. А, еще опять голосование будет.
Я не понимаю, зачем эту штуку нажимает. Так же играть неинтересно. Так, все, начали. Так. Вот. Проголосовали и уходит Good was an imposter. Так. О, мы, видимо, выиграли. Так, это не реклама, если что. Так, следующее. А, это те же самые челики. Так, давайте я поменяю себе скин. Еще не пробовал делать скин, какой вот этот у чумы вот этого вот. Но мне он не понравился. Я одену колпачок. Так, вот. Так, ждем. Все, 10 из 10. Пожалуйста, не уходите. Потом я, может быть, с вами буду играть. Если, конечно. Хотя, как и с вами поиграю. Это можно делать только через стрим. Ребята, вот вы не знаете, можно ли делать импостер. А что это значит? Я этот хакер. О, какой хакер? Килл. А, я не могу сейчас. А что сейчас? О, я убил кого-то. Значит, ура! Я этот. Я предатель. Что это такое? А, опять? Так. Фу, здесь пока что не пишут опять матные слова. Я проголосую за него. За кофе. Я, конечно, в полном рандоме это делаю, но, может быть, совсем скоро я буду следить уже. Ребят, кстати, кто хочет, чтобы я показал лицо? Ну, мне кажется, вам не очень, конечно, интересно, но я знаю то, что мои самые первые подписчики, они видели мое лицо, потому что оно было на аватарке. Вот. И да, я снова предупреждаю, это звуки на улице. Но если вы их, конечно, слышите, а то так-то я их очень хорошо слышу. Так, не проголосовал только тот самый кофе, за которого я проголосовал. Ну, ребят, я постараюсь это видео сделать очень длинным, ну, до 17 минут. Как у меня показало в приложении X-Recorder, там можно мне записать видео до 17 минут. Ну, я не знаю, оно загрузится или потом на YouTube. Так, кофе. Я ж хочу кофе. Так, кто у нас уходит? Не кофе? А, куда? Кофе. Вот как раз вот. Это, наверное, потому что он единственный не проголосовал. Саботаж. Ага. Так, я могу кого-то... О, вот как раз вот панк же стоит. Ой, зачем я постоянно этот саботаж нажимаю? Так как панк стоит, я его сейчас убью. Опять голосовуха. Итак. Я буду за панк голос. Опять эти матные слова пишут. Но так как я не умею фотошопить, я не могу заблюрить вам. Так, только я пока что проголосовал. За панка. Кстати, ребят, напишите, пожалуйста, что значит вот это вот громкоговоритель.
Так, ну пока что, кроме меня, никто не проголосовал. Так, там что-то пишут в чате, я сейчас проверю. Итак, ребят, не успела я несколько секунд посмотреть в чат, как здесь уже проголосовало, ну, вот эти вот люди, кроме Дэвила. Так. Дэвил идет, наверное. Не панк. Ну, она, понятно. Никто. Так. О, я снова этот. Опять. Как его? Я опять предатель. Так. Так, кого мне... Так, надо сделать кого-то килл. А, скоро эта штука заработает. А что значит вот это вот? Я не могу туда. Так, я пойду побегу. Куда? Так, юз. Все, я запустил. Я выиграл! Видимо. Или что это значит, не знаю. Короче, игра у нас закончилась. Сейчас посмотрим, будет ли реклама. Потому что он очень долго как-то грузит. Так, ну может быть я, конечно, не туда. Так, реклама, вот. Все. И снова те же самые люди. Я играю с теми же. Ну, мне кажется, вам все-таки интересно посмотреть, как я играю. Если... например, вас что-то не устраивает в моей игре, то можете написать, что мне, например, можно сделать. О, какой прикольный, какая прикольная одежда. Я тоже себе такую хочу. Но это, наверное, не знаю чего. Мне такая пимпочка нравится. Я вот такую пимпочку возьму. Так, о, это... Это уже другие люди. Так. Все. Начинаем игру. Так. Все. Так. Нет, я пока что не могу использовать. Стоп, что это опять значит? Мне что, опять убили, что ли? Так. А что мне надо сделать? Dead body. Так. Меня самым первым, по-моему, убили. И я превратился в призрака. Кстати, призрак это очень хорошая штука. Потому что ты можешь летать по любым... Так, сейчас. Ну, по любым местам. Так. Идет голосование еще. Жалко, я не могу проголосовать. Так. Интересно, а тут можно за себя проголосовать? Так, ну давайте я обрежу тот момент, когда все голосуют. Я вам потом все покажу. Так, все, у нас кончается голосование. Все же за Жеку Волка. Жека Волк, наверное, выгоняется. Так. Его кикнули.
Я до сих пор привидение. А чё вот это такое за штука такая? Я, кажется, выполнил задание. Таск комплект. Так, идем к следующему заданию. Так, что здесь надо делать? А, это... Все, сейчас опять будет голосование. Так. Итак, ребят, здесь остался последний вот человек, который не проголосовал. Итак, все. Выгнали Таш-майора. Так, куда мне надо идти? О, опять начинается эта самая зона. Так, все, кажется, меня убили. Итак, ребят, я буду на этом заканчивать свое видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока!